Окей, привет, это Сая с охрипшим голосом немного, там сзади Юкичка, Ирин, еще фокус, еще, подождите. Да, да, это то, о чем мы подумали. Короче, сегодня я вылетаю, наконец-таки, в Японию, к моей милой Микушеньке. О, тут усы, тут усач. Я, короче, не накрашена, потому что я спала минут 40. Так вот, я спала минут 40, наверное. Потому что ночью доделывала костюмы и прочую фигню. Господи, что она делает там? Медленно исчезает. Вот. Я в итоге еще забыла купальник. У меня все утро болело сердце. Я такая, прикольно. Вот. А чем-нибудь хорошим? Да. Сейчас я... Да, мы покушали сейчас в Маке. Очень неплохо так покушали. Прям вообще. Вот, в Москву я прилечу, то у меня будет пересадка. Буду в Москве 2 или 3 часа. И там меня встретит Ленор, который со мной потусит, тоже посидит. А потом я полечу уже в Японию. В Японии я тоже немного подожду. И там уже встретимся со Стасом, вторым админом хакшинизма. Ей! Смотрите, кто это тут у нас такой? Это Ленор! Она меня встретила и принесла мне подарочек от Рикани. Ее! Сейчас, фокус, фокус. О, да. Это, короче, моя первая плюшка Мику. Она такая полненькая и пухленькая, как толстенький пирожочек. О, блин, парень упал. Так вот, я просто такая села в самолет и сразу же заснула. Вот сразу же. И проснулась только тогда, когда нужно было выходить. Сейчас мы ждем, когда нужно будет идти на мой рейс уже до Токио. Я очень надеюсь, что буду сидеть у окна, потому что в этот раз я сидела не у окна. Но хотя все равно спала, точнее, да. И я сейчас снова покушала, и я снова объелась. Меня Ленор накормила. Я теперь буду катиться пирожочком, колобочком до самолета. А еще я же поставила в ВК себе дату рождения, типа 31 августа, и меня все поздравляют. Типа, с днем рождения, я такая, чё? Ну, вообще, на самом деле, поставила от балды, и не думала, что это кто-то воспринят всерьез. Есть люди, которые, ну, типа, не знают меня, со мной не общаются, просто им пришло оповещение, они меня, типа, поздравили, я такая. На меня так странно посмотрели. Так, презренно. Щечки, 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 щечки. О, щекастый. Кстати, 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 да. Смотрите, что у меня есть. От нее, правда, ушки у меня в кармане портфеля, но... Та-да! Это два сестра пирож... сестры пирожочки, сестры пирожковы, что? Ну, короче, это, да, это мику-кролики, которые похожи на пирожки или на булочки. Вот, и теперь я могу радоваться жизни. Вот, смотри, какая она пухленькая. Я поеду до Токио вместе с ней, буду на ней спать. Кстати, да, мне же еще плакат нарисовали. Ленор же меня встретила. Покажи плакат, пожалуйста. Ленор меня встретила и такая с плакатом. Это было так мило, господи. Как растопить сердце Саи за 5 секунд? Это просто убер мило. Еще звездочки. И, кстати, ровно... Еще подожди! 39 звездочек? Да. О, вот это да! Она еще вся блестит. Это очень миленько. Блин, класс. Суперово. Bye.
господи, ребят, я не знаю, куда орать. Короче, я уже прилетела в Токио. Вот, сижу, жду Стаса в аэропорту. Как только я вышла... Нет, я, наверное, все расскажу по порядку. Вот, прилетела я, короче. Вообще, мой английский дико very bad. Все было очень плохо. Разговариваю как даун какой-то. И из-за этого я полгода пыталась выйти куда-то из зала ожидания. Или что там это было. В общем, полгода пыталась забрать свой багаж. Потом забыла телефон. Вернулась. Такая зайти телефоном. А там как раз женщина уже идет меня искать. Я такая, мой телефон. Мы начали с ней смеяться. И как бы мы друг друга не понимаем, но мы смеемся, нам смешно. Вот. То есть, забавненько. Потом я вышла. А, еще меня тут называют Нико. Это миленько очень. Вот когда я только вышла уже с багажом, у меня начали брать интервью, и в итоге я буду вот на этом шоу, да. Это покажут на TV Tokyo, да, видимо, очень внезапно. В общем, брали интервью где-то около часа, потому что мой корявый английский и мой корявый японский – это что-то вместе очень-очень странное. Я пока на самом деле еще не знаю, но, возможно, сегодня и завтра эти ребята, они пойдут со мной на Medical Mirai, да. Да. Вот, так что я сижу в ожидании Стаса. Ждать его еще где-то около часа. У меня нет интернета на телефоне, потому что тут какой-то Wi-Fi. А, нет, не час. Где-то около 2 часов его ждать еще. Вот тут какой-то Wi-Fi, который почему-то не подключается к моему телефону. И все, в общем, идет не очень. Думала, что меня хотя бы кто-нибудь встретит, но меня никто не встретил. Вроде бы мне писало несколько человек. А вот так я тут сижу одна, и мне грустно очень. Ну, теперь грустно, а до этого было очень неловко. Я думала, я умру со стыда с этим интервью. Я, кстати, да, еще в самолете накрасилась, теперь похожа на человека. Да. Это, короче, японское метро, познакомьтесь. Вот, да, 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 да. А еще Стас наконец-то пришел. Ура! Короче, сегодня мы, видимо, уже на Мирай не пойдем. Вот. Зато мы сейчас наконец-таки поедем домой, разберем все вещи. И до нас докопались репортеры, поэтому завтра на Мирай мы едем с репортерами, которые приедут к нам прямо домой. Ну, замечательно. Отлично. Вот. Я, кстати, совсем забыла рассказать про то, в каком самолете я летела. Я прям была в диком восторге и удивлена еще от того, что а как это эконом-класс в японском самолете в раз 15 лучше бизнес-класса в русском самолете. В общем, там были экранчики. У каждого человека, каждому человеку даются наушники, которые подключаются к этим экранчикам. Экранчики как телевизор. Можно смотреть телепередачи, можно поиграть в игры, можно посмотреть фильм, послушать музыку, или же можно посмотреть, где ты именно вот в данный момент прилетаешь. Еще, как оказалось, в самолете был Wi-Fi, но мой телефон его не улавливал. Серьезно, в самолете Wi-Fi, ты понимаешь? Wi-Fi в самолете, а я только недавно ржала над мамой, типа, ты чего, мам, как это в самолете будет интернет? Он же летит высоко. А оказывается, бывает. Мне кажется, это слишком громко разговаривает, да? Нет? Не громче, чем поезд едет. Ну хорошо. Вот, и, в общем, я поговорила со стюардессами, ну как поговорила, на своем very bad английском. Вот, там еще бабушка сидела со мной рядом, она мне постоянно помогала, это так мило. Я потом попробовала ее поблагодарить, надеюсь, это не слишком убого вышло, потому что мой японский тоже very bad. Я еще, наверное, поснимаю улицу, метро, чтобы вы посмотрели всякого.
Так вот они, короче, сдают квартиры. Даже не нужно встречаться ни с кем хозяином. Просто пришел, набрал кодовый замок на двери и живи. Удобненько. В общем, вот тут мы будем жить. Все такое чисто японское, это так миленько. Почему вот даже провода смотрятся эстетично? Что не так? Короче, чтобы получить ключ от двери, нужно было не только открыть сам замок, но еще и открыть ячейку, в которой непосредственно лежал ключ от замка. Короче, вот это вот такая вот маленькая, миленькая японская квартирка. Но на самом деле она не такая маленькая вроде бы. Типа тут вот коридор, конечно, вообще не списочный. Это даже нельзя. Что это было? Зачем ты кинул пирожка? Я хотел, чтобы она типа вылетела. Я понимаю, там как-то. Главное, чтобы она туда не упала далеко. Потом что тут еще, плита есть. Даже вот всякие, что это, кастрюлька, сковородка. И есть раковина. И даже есть микроволновка со стиральной машинкой. Блин, зацените. Какой маленький туалет с ванной. Это вообще чисто маленькая ванна японская. Она малышка. Вообще, дикий восторг. Тут еще шампунь оставили, блин, суперово. Еще минусы японских квартир для туристов. Тут другие розетки. Они вообще другие. Потом, что тут еще вот такого? Вот сама комната. Она прям... вообще не маленькая. Я даже уже подумала, что типа, может переехать в Японию и купить такую квартиру. Там что-то хозяйское лежит. И вроде бы все. Вообще самое сасное, наверное, это вот... она упала. Да. Нет. Привет, Ули. Как делишки? Хорошо. Да нормально. Так вот, самое сасное вообще в этой квартире, наверное, это то, что тут... такое вот окно, это окно-балкон. И балкон, и окно. Там есть замочек, оно отодвигается, и можно дышать свежим воздухом и проветривать квартиру. В общем, у меня дикая еще грязная голова, поэтому я думаю пойти помыть просто хотя бы челку, и потом мы пойдем гулять и кушать. Я очень хочу кушать, и Стас тоже очень хочет кушать, потому что меня хотя бы кормили в самолете, а Стаса нет. Привет, Ули! Нет, я ее не поймаю. Я не умею ловить вещи. Но она прям на кровати. Да вряд ли, не надо рисковать. Окей, какие у нас сегодня планы? Сейчас мы идем в косплейный магазин на Икебукуро, где мы живем, в принципе. Вот. И еще мы найдем что-нибудь покушать. Короче, это столько всяких таких забегаловок из аниме, где кушают такие японские работяги. Все так миленько. Блин, не знаю, хожу целый день, и как вот чувствую, будто бы это все не со мной. Ну, типа, не могу поверить в это. А еще Стас купил чай в автомате. Ей, на самом деле тут что-то все такое дорогое. Можно еще один сходить. Хотя нет, обувь, смотри, обувь дешевая. Что? Драконий. Каваясы. Милота.
В общем, мы нашли парик на Мику за 4000 йен, и надо спросить, пробором он или без. А то там вроде бы еще какая-то открыточка в подарок, наверное. В общем, вот как-то вот так вот все. Асуна. Я еще хочу попробовать поискать костюмы на Мику. Господи, там купальник на Мику. Мы нашли еще один магазин. И Стас предположил, что это магазин со всякими бесюнинами и со всякими йойными штуками. Посмотри на это, ну конечно. Потому что тут очень много всяких таких вот мальчиков. Очень много, очень. Но тут, правда, есть сакура и всякие волшебные девочки. И это сейчас меня насторожило. Но мы еще посмотрим. Ей, анимешные магазины. О, фигурки! Ее! Я хочу все-таки посмотреть, вдруг тут будет что-то микушное. Ну мало ли, чем черт не шутит. Просто вышли из дома и сразу увидели, нашли мандарейк. Блин, тут столько всяких штук! Господи, спасите меня, пожалуйста! Это лестница в рай. Да, это мандарейк. Возможно... О, боже мой, я вижу пулипок. Я ошиблась. Это была не лестница в рай. Тут везде один яой. Абсолютно один яой. Всякие фри, всякие пидоры на льду. Один яой. Что это? Хамелемат? А зачем нам туда? Господи, ребят, вы понимаете? Двухэтажный магазин с яоем. Тут только все яойные тайтлы. Или там, не знаю, что-то яойное. То, что можно скрещивать. И тут на икебукара? Господи, еле выговорила. Тут, в общем, дофига магазинов одних яойных. Это какая-то жесть. Вообще, я охренела от жизни. Там еще что-то. Ну, го туда, там, тут какие-то девочки нарисованы. Может быть, нам повезет. Тут нарисованы девочки, тут фигурки с девочками. О, господи, мы нашли рай. Да, я увидела. Но это просто буклет. Так что... Хотя, может быть, и будет Мику. Ура! Мы нашли свой маленький рай. Мы все купили. И мы поели. Вот, сейчас идем уже отдыхать. Господи! Блин, парики тут что, ты и чулки, и все это такое дорогущее. Точнее как, сначала мы купили чулки за 1000 йен, а потом заходим в другой магаз, а там они 372 йены. И я такая, понятненько. Я вообще так дико хочу спать. И вот мы добрались домой. Пока мы шли, я уже успела заснуть по дороге. Прям иду и заснула. Наверное, на этом пока что все. Завтра мы поедем на Мазику Мирай. Обязательно засниму видео. И пока что, что я хотела сказать. Спасибо за просмотр. Всем пока и удачи.